소피아 지금 어디 가는 거예요? 지금 이제 중학교 배정 받으러 학교에 가고 있습니다. 오늘 엄청 춥지? 네, 근데 지금 완전 이렇게 이것도 하고 이것도 하고 이것도 해서 나도 안 느껴. 모자 썼더니. 맞아. 그렇게 춥진 않아요. В общем, всем, кто мерзнет в Корее в лютые морозы, рекомендую для приличия надевать шапку и эти перчатки. Реально, вот я сейчас надела, сегодня редчайший мороз в это время. Вчера передали по новостям, в это время никогда таких морозов не было. Эй, щебонно, нет. Ку-кунга. Короче, где-то минус 9 сейчас, наверное, на улице. Это лютый, прилютый мороз. Для Кореи, для дневной температуры. Ночью может опускаться до минус 15, а днем минус 9 – это лютейший, просто наилютейший мороз. Но вот я надела перчатки, шапочку не буду показывать. Вот. И я вообще не чувствую, как будто лето на улице. 6학년인데 진짜 단 한 번도 엄마하고 학교를 와본 적이 없어요. 그래서 엄마가 처음이에요. 네. 이거 봐봐. сколько голубей. Это такая редкость для Кореи. Тут, наверное, прикармливают. В Корее вообще редко увидишь вот так вот голубей. Их запрещают подкармливать, потому что считается это как крысы. Голуби – это птицы-разносчики заразы. Поэтому вот такое скопление голубей – это нонсенс какой-то для Кореи. Ну, Мариба. Что? Комбучарати. Донди джунакё гаджана. А. Чиги мо-мо-мо подругая? 오늘 중학교 배정, 중학교 어디 가는지 받으러 가고 있어요. 학교로. 그렇구나. 근데 실내화를 안 갖고 왔어요. 어떻게? 그냥 들어가지 뭐. 괜찮나? 나도 안 가져왔잖아. 야, 안 босиком, несмотря на лютый мороз. 난 실내화 같은 거 갖고 왔어. 소피아, 조금 학교, 초등학교 이야기 좀 해줘. 혹시 거기 숙제 같은 거 있어? 숙제? 숙제가 많죠. 에? 처음 알았어? 너 숙제 왜 안 해, 항상? 나 해. 언제? 나는 집에서 안 하고 학교에서 해. 아, 학교에서 해? 학교에서 선생님이 이렇게 시간을 준단 말이야? 그때 빨리 하고 그냥 돼. 아, 집에는 안 해도 돼? 학교에서 해? 난 집에서 하면은 그냥 집에 이렇게 책상 있고 누우는 데가 있잖아. 그냥 누우고 싶어. 그렇기 때문에 학교 애들 다 그랬나 봐. 그래서 애들 거의 다 학교에서 해. 우리 학교는 점수 같은 어떻게... 거 없어. 없어 아예? 없고 그 시행평가라고 매우 잘한, 잘한, 보통, 노력유한, 미흡이라는 게 있어 이렇게. 그러면은 거기에서 이제 선생님이 그럼 시험도 없어? 지필평가라고 애가 이걸 잘 배웠는지 안 배웠는지 보는 건 있는데 그것도 그렇게 시험 같은 건 아니야. 아 그래? 수행평가야. 맨날 하고 있지. 매일매일? 잘 배우나 안 배우나 이거 매일매일 해? 매일매일. 아 그래? 그럼 소피아 중학교 가면 이제 교복도 맞춰야 돼? 맞춰야 돼. 이제 오늘이 어디 가는지 보고 그 중학교 교복 맞춰야 돼. То есть их направят, сейчас она возьмет направление, в какую школу по адресу ее направят, в такую она не, и пойдет, она не имеет права выбрать. Потом, но нен чой си моте, не га каго шпун хакё? Сыги сыжи, оди га чей каго шпитаго сыги сыжи, маамдэро анде, кыгэ. А, маамдэро анде, не. Чари га нанэн дэро анэн гэнэнка. Так, вот мы подходим к школе. Так, вот выглядит так. Школа снаружи. Я здесь первый раз, так как мы недавно переехали сюда. Так, здесь садик есть при школе. Это вот футбольное поле. Здесь вот чаюк, а? А, чаюк. Но сейчас чуга-чуга, чаюкан. Кричи. Чаюкан. Да, зимой они тут не занимаются. Внутри у них еще есть спортивный зал. Заходи. О, рыбки, зонтики. Да, чонаги. Чонаги. Одида га чонагал су иссо? Да. Да?
Здесь у них телефон, видите, как в садике. И можно звонить везде, домой, там, куда-то. Странно, сейчас у детей у всех есть телефоны. Так, обязательно в школе есть лифт. Простым детям, простым школьникам в лифте не разрешают ездить, им по лестнице только ходить. А лифт предусмотрен только, исключительно для детей с ограниченными возможностями. Так, это вот такой внутренний дворик. Здесь вот садик. Такая школа большая, она, видите, сколько корпусов. София не хочет, чтобы я поднималась в ее класс. Говорит, что ей неудобно перед друзьями то, что я снимаю на камеру. Закрыто все. Амбуйджана. Да, облом нам. Короче, столовую сфоткать, все закрыто, сейчас каникулы. И не видно ничего. К сожалению. Ну, вот как-то так стоят столы большие. Большие столы. И вот такая вот обычная столовая. А? А здесь молоко. Всем детям дают обязательно молоко бесплатно каждый день. А? Дючаджан пирёпсо. Олегаджа. Дючаджан пирёпсо. Парковка, говорит, там есть. Я говорю, парковку нам не надо. Ай, сумгё. О, кенчана. Можно по уличной лестнице подняться. Вот он. Очень-очень. Большой школьный комплекс, так сказать. Кумки. Шауми кумки. Мой айо. А, вот это вот спортивный зал внутри там находится. Ну, так и выглядит. Вот он здесь? 사회복지실이라고 보드게임도 할 수 있고. 아, 그래? 뭐 선생님하고 얘기 없나? 나고 막 그렇게 하는 거. 아, 그래도 들어가 봐. 아이고. 아, 이거 사진 없어? 여기 애기들 거 같아. 여기 이 치마 애기들 주고요. 아하. 여기 재밌어. В общем, что там вы видите, я нет. Надо так. Бога нуга, я весу. Я кизу. Генчинку дорогу кейм могу сина сикане. Дойку. Куньки. Я кинзе кайогу бео нюку. Кре? Я кина. Оакси. А йоги ему пил, ну да? Здесь вот они английским занимаются. Не знаю, видно вам будет, нет. Это ж класс для английского. Пойдем. Пойдем шипоэджа. Тут туалет. Вот такой туалет у детей. Отдельно для инвалидов вот такой вот. Большой. Кинчановый княгры. И такой вот обычный для детей. Домой сойоги. Сонцени. А учителя в туалет отдельно ходят. У них отдельный свой туалет у учителей. Здесь администрация. Сейчас нас вытурят отсюда. В общем, там был кабинет, где сидят все главные учителя. К сожалению, мы очень мало чего смогли заснять. Мало того, что там закрыта была половина всяких заведений, так как сейчас каникулы. Плюс Софья меня постоянно выпроваживала домой. Ей было очень неловко, что я с камерой там хожу и снимаю.
Несмотря на то, что, как она утверждает, за 6 лет я в школу пришла впервые к ней. На самом деле, конечно, это не так, когда она была в первом-втором классе. Я постоянно ходила на какие-то открытые уроки, смотрела все это. А сейчас в таком возрасте у них уже это не принято. Сейчас просто учитель звонит родителям и рассказывает обо всем. Здесь медицинский кабинет. Здесь всегда сидит врач и помогает больным детям. Это очень здорово, хорошо. Ага. Здесь библиотека. Андрогада, да? Библиотека. Ну, что еще есть у вас тут? А, вот здесь компьютерный класс, да? Компьютерный. Кре, га, аннёнг, хэ, аннёнг. Ну что, вы проводили меня из школы, так сказать, в темпе вальса. Не было тебя, мама, здесь никогда и не надо, как говорится, да? А, так, пойдем домой. Наверное, мы не по тротуару, не по дороге, чтобы нам машины не мешали. О, чу-чу-чу-чу-чу, собачка. Ну. Так, а пойдем по ручью. Пойдем по ручью. Здесь как-то тише. Вот, у вас могло, наверное, сложиться впечатление, что я не достаточно вовлечена в школьную жизнь Софии. И что мне, в принципе, все равно там, как она, да, учится. На самом деле я просто ей доверяю на 200%. Она у нас ребенок чересчур ответственный, очень умный. И она не требует вот такого, знаете, тотального контроля. Она сама прекрасно понимает, зачем ей нужно образование. И, в принципе, она сама себя прекрасно контролирует. Мое прекраснейшее воспитание с детства, с рождения. Я воспитывала в ней самостоятельность. Ну ладно, это отдельная тема, не буду углубляться сейчас. Вот. На самом деле, вот эта вот система корейского образования, она довольно сложная, вникнуть в нее очень сложно русскому человеку, так как система абсолютно не похожа на российскую систему. Ни с оценками, ни с экзаменами, ни с домашками, ни вообще, вообще все по-другому, почти на 100%. И вникнуть в это очень сложно. Но можно, если постараться, если подставить себе такую цель, то можно вникнуть. Но благодаря тому, что у нас лучший папа на свете, и он по своей доброй воле взял на себя эту ответственность. И теперь учительница, если звонит отчитаться о каких-то Софьиных школьных успехах, то она звонит мужу. Но так как учительница звонит только, чтобы похвалить, она всегда хвалит только Софью, какая она умная, ответственная девочка, как она много читает, какая она молодец, то мужу, в принципе, мне кажется, даже... И приятно, что не я взяла на себя эту ответственность, а что ему приходится выслушивать все эти похвалы. Вот, София у нас не ходит ни на какие дополнительные кружки, так как ходят все корейские дети поголовно, все после школы идут на какие-то дополнительные занятия, хагвоны так называемые. Но Софья никогда в них не ходила. И тем не менее у нее оценки очень хорошо, как она сказала. Все у нее очень хорошо. И немножко такие есть предметы, которые хорошо. Просто хорошо, они очень хорошо. Но если оценивать по российским меркам, я думаю, что у нее там все пятерки и немножко четверок. Отличный просто результат. Я большего с нее вообще и не требую. Мне не нужно, чтобы она там каким-то была вундеркиндом. Сейчас это не так актуально.
И учительница говорит, что учитывая тот факт, что она не ходит ни на какие дополнительные занятия, ее успехи, ну, просто поражают. Она наравне с детьми, которые до 12 ночи зубрят. Вот, поэтому Софья у нас умница, и мне грех жаловаться на нее. Ну, или устраивать там ей какие-то рейды с проверкой ее тетрадок. Ни разу не видела даже, как выглядят тетрадки корейские. Как выглядят учебники. Они, кстати, их домой не таскают. У них учебники все в школе остаются. Да и тетрадки тоже. Так как они все это в школе делают, и домашку, и все. Поэтому я даже ни разу в жизни в лицо не видела ни ее учебников, ни ее тетрадок. Вот такие вот пирожки у нас. А, да. И я хотела сказать, что если вам интересно больше узнать про корейскую школу, вы пишите свои вопросы в комментариях под этим видео. Я их все потом соберу и возьму у Софьи интервью. Она расскажет, так сказать, от первого лица, без приукрас, как это на самом деле все выглядит, вся эта школьная жизнь. Дискриминирует там ее или наоборот. Все это она сама расскажет. Приукрашивать она не умеет, так как я. Если вы заметили, я приукрасить люблю. У меня там где 10, там и миллион сразу. Вот, она так не умеет, поэтому она всегда рубит правду матку. Там, если вам интересно, да, я прямо так и возьму у нее интервью. И да, скоро она пойдет в среднюю школу, мы будем ей шить форму. Я, конечно, все это засниму, потому что это очень красиво, это очень зрелищно, это очень приятно. И гордость такая, все, выросла девочка, средняя школа. Она сама такая счастливая. Так, ну что, все, давайте прощаюсь с вами. До новых встреч, пока!